Около 10 финполовцев ворвались в офис 1612 в доме журналистов на левом берегу Астаны. Изъяли компьютер, стационарный и ноутбук, камеру, принтер и все переносные жесткие диски и флешки. Следователь финансовой полиции Асель Капизова. А вы уверены, что это полиция? Все в гражданских одеждах одеты. Ведь могут быть всякие грабители. Где их военная форма, если это полиция? Откуда знать редакции, кто к ним заходит в офис? Финполиция давно вообразила себя выше закона. Вот если у них спросишь, знаешь ли ты ту или иную статью, они скажут: «Не знаю, мы обычно так делаем». Для них не закон важен, а то, как они привыкли делать. Не надо сдаваться, надо подать на них в суд, дойти до международного суда. Потому что вы, 1612, остались во всем Казахстане единственным альтернативным телевидением. В Астане был последний работающий офис телеканала 1612, последнего национального, неограниченного одним регионом СМИ в Казахстане, работающего внутри страны, которая не боялась говорить правду о Назарбаеве и его подручных. Теперь из него изъяли технику.